В четверг в Доме журналистов состоялось открытие выставки «Сургут на стыке двух эпох». В ней отражены очертания города 20-го столетия. На выставке представлены фотоинсталляция видов старого Сургута, собрание картин местного художника Константина Люлько, уголок быта коренного жителя и элементы полевого лагеря первых сургутских геологов. Выставка посвящена 85-летию легендарного Фармана Салманова в преддверии полувекового юбилея прибытия команды геологов в Сургут. Он прибыл в Сургут 13 сентября, и вот на следующий год уже будет очередной юбилей, когда геологи высадились на сургутской земле. Его знали как место, прежде всего, ссылки. Ну а с прибытием Салманова, с открытием нефти, теперь, конечно же, знают, что это сердце нефтяной промышленности вообще в целом в стране.